Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередное видео игры Mountain Blade 2 Bannerlord за Манала. Опа. Опасян была, опасян. Тихо, спокойно. Вот так вот, хоп. Турнир. У нас приз, главный приз, это у нас посланник. Такой меч, так называемый, жесткий меч, прям жесткий. Так, у нас первый тур выигран. Идем дальше. 4 на 4. Ну, как, 2 на... Короче, да, 4 команды, каждый сам за себя. 2 на 2. Тихо, спокойно. Блин, спокойно, спокойно, бро. Вот, вот эти вот мечи. У меня был меч взять, да? Давай вот так вот меч возьмем. Опа. С мечом намного удобнее. У нас минус один, да? Я в команде один, походу. То, что копье за спиной, тоже влияет на скорость передвижения, к сожалению. Да ну, мы победили, это хорошо. Надеваемся, всем, всем приятного просмотра еще раз. Погнали, наша задача улучшить свои отношения со всеми лордами и не лордами и все такое и тому подобное. То есть для того, чтобы в голосованиях я выигрывал. В плане, когда раздают земли, чтобы за меня голосовали разные лорды. Как он быстро... Вы видели, да, ребят? Как он жестко прям блокирует удары. Последний. Блин, вот это вот я не люблю, конечно. Опасян! По мне попали. Еще раз. Опасян! Есть! Просто 217. На нахер. Ошалеть. Ай, люблю. Ай, люблю. Поехали улучшать отношения с разными лордами. Посмотрим в цитадели, кто у нас есть. Ну да, с ними, конечно, и отношения не улучшат, к сожалению, к великому сожалению. Но мы можем вестник рассвета снять с себя и взять посланника. Да, у него длина 114. У вестника рассвета у нас 98. Берем вот это вот дело. Степной боевой конь. Я, честно говоря, хотел поменять его на простой боевой конь. Хотя, смотрите, у него, в принципе, маневренность 78 у нас у степного. Но класс верхового животного 3. Давайте лучше пока что боевой конь возьмем. Вот такой вот. И единственное, я бы хотел посмотреть, какие у нас есть... Блин, да, к сожалению. Денег нет. Денег нет, ребят, но мы держимся. Надо будет деньги вот это все собрать. Поехали искать лорда. Нашли одного лорда. Отряд Канухана. Это одноглазая вроде бы, да, девица, насколько я помню, вроде бы так. А нет, это не девица, это Бек Канухан. Ёпты. Здравствуйте, туда-сюда. Наверняка человек с вашей репутацией знает, что в этом мире нет ничего более ценного, чем данное слово. Будьте искренни со мной, и я отвечу вам тем же. Итак, говорят, что у вас есть... туда недавно, походу, забрали даже больше... лошади ему нужны. Понял, хорошо. Давайте ему дадим лошадь самостоятельно. Выполним это задание. Я все еще работаю. Посмотрим, что нам нужно. Нам нужно степных лошадей еще 3 найти. Понял, принял. Здесь что у нас? Скот нужен. Степные лошади, ребят, нужны. Как раз мы сейчас его... Надо бы, конечно, проследить, куда он пойдет. Вот степные лошади здесь по-любому будут. Он пошел в сторону замок Узек. Примерно, да? Главное, чтобы его не потерять. Нам надо еще пленников продать. Я внес ей немножко туда-сюда. Ну, у меня поняли. Степные лошади. 3 степных лошади. Вот как раз 3 есть. Ну, вот этих всех забираем. Тоже масло шмасло, там пиво шмиво. Туда-сюда. А здесь мы... возьмем. А может быть, отправим отряд? Вероятность неудачи 100. Вероятность неудачи 10. Может быть, Абагай отправим? Поехали, давайте Абагай отправим. Пусть она выполнит это задание. Имперский конный воин. Сколько нужно? Хорошо, понял. Лучник ополчения. Отдадим. Вот этих отдадим. Вот этих. Этого тоже. Ну, как-то так. Да, вот. О, вот так вот сделаем. Все. Все, пусть Абагай сделает. Я надеюсь, она справится с этой задачей. Задача, конечно, не такая прям сложная, а мы как раз погнали искать нашего лорда и сдавать ему миссию, тем самым улучшая отношения с разными лордами. Вот он, кстати, он, походу, патрулирует местные земли. Да, нужно избавляться от пленных, мы сейчас через лес будем еще к нему подходить. Давайте по полю пройдемся. Он здесь, походу, еще нанимает, нанял 9 рекрутов. Привет, что касается вашего, вот он, мой лорд, туда-сюда. И, да, мы очко обаяния улучшили с ним еще и отношения с 4 до 11. И, ну, он пока еще не стал моим другом, к сожалению. Да, пока не стал моим другом, надо будет еще последить, отследить, сколько там, что там, почем туда-сюда. В общем, да, вы поняли, да, то есть посыл такой. Нужно
шатать. Задание делать. Задание, ребята. Таверна. Сдадим этих пацанов всех. У нас 8 тысяч. Кстати, расходы что-то прям такие жестко большие. 761. Ну, в принципе, да. Ожидаемое изменение минус 215. Это у нас Эпиноза. 136 приносит Понс. Это деревня 160 приносит. И замок Пиноза. Эпиноза тоже. 213. 3. 3. Даю знать, где нахожусь. Три. Хорошо. Здесь можно все продать также. Да, и не забываем про кузницу. Римас, кузницу, ты забываешь про кузницу. Нужно вообще кузницу качать. По-братски прям, по-братски. Ну, у нас угля, в принципе, много. Давай на переплавку. Прокачиваем до 20 уровня кузницу. Подождите, а там первый уровень какой нужен будет вообще? У нас, смотрите, с кузницей проблемы большие. Поставим такой вот, вот этот мастер-угольщик обязательно скачаем сразу, прям без каких-либо вопросов. Прям пытайтесь всегда это дело качать. Ну, давайте чуть-чуть подождем. Ладно. Здесь что за миссия? Караван-ловушка. Кстати, хорошая миссия. И банда ищет новобранцев. Но нам нужны лорды. Мы, по ходу дела, лордов еще будем смотреть. Караван-ловушка, это, конечно, хорошечно. Может быть, что-то скрафтим? Давай вот простой меч скрафтим. Манал скрафтил меч. Прокачка, ну, очень медленно идет. Лучше переплавкой заниматься, мне кажется. Да, переплавкой просто прокачка жестко идет. Хотя, не знаю. Да, погнали караван-ловушку сделаем. Тоже с местной знатью, тоже надо улучшать отношения. Отходим от каравана-ловушки. Надеюсь, мы затащим. Так, вот. Мы видим их, да? Видим, видим. Отлично, стоим рядом. Стоим рядом, не торопимся, смотрим. С какой стороны, главное, чтобы эти бандиты шли. Главное, чтобы они нас не спалили. Мы просто на вытянутой рукой, чтобы, в принципе, видно был этот караван. Вот они стоят, ждут, типа тупят. Туда-сюда, и по идее должны... Так, проголосовать за объявление войны султанату Асираев. Да, пожалуйста, давай. Мы еще и улучшим отношения со всеми. И с Ильтаром. Ильтар, да. Мы, да, отлично проголосовали. Вот они, наши степные бандиты. Сейчас мы выполним это задание и пойдем как раз на войну. Новая война, ребята. Султанат Асираев. Превосходно. Ну что ж, ты инженер, ты будешь здесь? Ну давай, хорошо. Ты в седле, ничего страшного. Все вперед. Все вперед. Здесь, в принципе, нет такого прям сложного. Занимаем позицию. Очень хорошую. Пикелик. Есть попадание. Нифига себе. Не попали. Вот здесь вот попадем точно. Да, попали в лошадь. Кстати, у нас меч новый. Давай его опробуем. По мне попал. Фу, о, шалеет. Вот этот хорошо. Слушай, он нормально достает. Смотрите, конный мародер минус. Ёптать. Хороший меч. Спокойно. Больно? Ошалеть! Слушай, офигенный меч! Офигенный меч, ребят! Просто невероятный! Смотри, как мы сносим их просто! Ну, здесь на коне! Я хотел, конечно, лезть с коня, чтобы покачать немножко атлетику, но, к сожалению... Мы их просто не догоним. Да, 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 нормально. Сколько я уже чпокнул? Семерых, ребят, семерых чпокнули только что. Просто обалденно. Не попал. Римас, не попал. Попал. Классно он так сбрасывается. Что-то прям буря какая-то, да, идет? Как будто буран, либо еще что-то. Хорошая атака, просто обалденно. Здрасте. Привок. Просто, я не знаю, что сегодня игра прям идет, прям ошалеть. Прекрасно, так, 6 и 8 известности получаем. Арбалетик нам не нужны, нам, кстати, конные эти нужны, да, боевые кони нужны, чтобы улучшить свои пацанов. Все только так, выполняем миссию. Уходим в город, быстренько продаемся, потому что у нас могут быть проблемы с бабками и со всем дела. А что у нас по передвижению? Стадо, к сожалению, стадо. Это хреново, это хреново.
Да, и здесь мы коня продать не можем. Так, ну вот это вот можно. Железо, мы много чего переплавили. Пиво, шмиво. Щелк-шмелк тоже продаем. Рыбу. Можно чуть-чуть продать, потом еще купить. Да? Чтобы что-то продать, надо что-то купить, да? Чтобы что-то купить, надо что-то продать. А у нас денег нет. Прекрасно. Да, надо будет, конечно, от ишаков избавиться. Все, ищем армию. Вот она, кстати, армия. Поехали, присоединимся к ней. И посмотрим, куда... Куда они нас... А, тихо, пленники. Забыл про пленных. Вот, теперь можно свалить. Присоединяемся и... Да, да, вступить в армию. Да. Когда вы находитесь в армии, получается, вы еще больше увеличиваете влияние, потому что вы участвуете в разных битвах. Как раз, кстати, когда вы и участвуете в разных битвах, тоже получаете дополнительное влияние. Я надеюсь, ты в Данюстику не пошел. Да, он пошел Данюстику осаждать. Ну, надеюсь, многие придут к нам помочь, потому что в Данюстике, в принципе, да, в принципе, нормально, да, нормально. Ну, если придет подкрепление, то нам конец. Нам надо будет, конечно, биться до конца, либо сваливать. Дезертировать, можно сказать. Ну, тактически свалить. Надо же тоже и надо. О, мы в плюс вышли, смотрите, ребят. Посмотрите, мы вышли в плюс. У нас даже деревня Понс больше приносит денег, нежели замок Эпиноза. Пошла атака. Ой, тихо. Я не туда пошел, покину сделал. Погнали, конечно, да, да. Нам надо участвовать в атаках. Нам надо участвовать в осадах. Душу мотал. Итак, мы... Я даже не знаю, чего будем возглавлять. Я не буду ничего возглавлять. Просто в соло пойду. Пусть они сами тут туда-сюда. Кстати, давайте все-таки это уберем. Мне не нравятся вот эти вот штуки над головами. Игровой процесс, кажется, да? Не-не-не-не, не то. Вертикально. Не то. Во, вот это вот. Опа, все. Вот это нормально. Забираем этот замок. Мы, кстати, этот замок, скорее всего, потеряем, потому что он будет восставать, бастовать и все такое. Если, конечно, мне его не отдадут, то там уже другое дело. Я там буду пытаться улучшить отношения с местной знатью, чтобы не было никаких всяких восстаний. Есть попадание. По мне стреляй, да? Ты меня снимаешь? Есть попадание. Ну что-то прям урон прям смешной. О, сука. Ай, щит же поднял. О, сука. О, шалеть. По мне стреляет прям целенаправленно, ребят. Целенаправленно. Вот отсюда можно пострелять. Это было больно. Блин, там жестко... Наши жестко несут потери. Какие они метки, а, сученыши. У меня лук херновый. Надо будет лук нормально взять. Атлетично, зато 160 душ мотал. На, сука, в голову попал, да? Ошалеть, ошалеть. Римас, ты не умеешь играть. Вот они, наши клиенты. Щикилдык. Пусть они сами там... О, шалит, вот эту голову попали. Просто обалденно. Атлетичность еще качаем. Это очень важный навык. Там скорость атаки, скорость бега. Это очень важно вообще. Все важно, ребят. Есть, попали в голову. Попали в голову. Наши уже, походу, взяли стены. Поехали. Под шумок тоже возьмем. Тиририн, тин-тин, тиририн. Кстати, они только чисто лестницы взяли, да? То есть ничего. Ну, искусственный интеллект, конечно, я думаю, он повел себя правильно в этом плане, не дождавшись подкреплений. И все таки он просто пошел лестницами забирать эти стены. Все. Больше ничего не надо. Поехали. Как вы думаете, ставим, делаем ставки, выживу, нет? В этой битве. Или мне ранят. Ой-ой-ой, что-то у них там подкрепление жестко. Ребят, я передумал, я назад хочу. А, нет, здесь наши. Наши. Почти наши. Здрасте. Здравствуйте, ребятишки. Вот теперь идем назад. Помогай. Я не выживу, походу.
Сука! Козлина, ты посмотри, а. Так, это кто? Таслур, молодец, ты красавчик, прям перед стрелами встал. Но мы побеждаем. Нажимаем F, чтобы быстренько выиграть. Красотища. А с каких мы сняли? Манал одного, в смысле? Я же неправильно считаю, что ли? Я же многих снял, или нет? Я одного убил, что ли? Да, действительно одного. Но мы зато вкачали, смотрите, как классно. Просто жесть. Так, надеюсь, мне этот город дадут. Надеюсь, дадут. Чикалдык, чикалдык. Кстати, мы сейчас забайтили, мы улучшили отношения. То есть заранее вышли с армии, потом обратно присоединились. И теперь он типа думает, что мы ему помогли. Да. Продаем пленных. Кто это у нас сидит? Кузница. Угу. Злосчастная. О, она злосчастная. Сосочка какая. А мы ее можем принять? Еще выгоним. Не, не можем принять. У нас лимит, к сожалению. Да. Хреново, хреново. Ну что, ладно. Сейчас будет голосование. Сейчас посмотрим, кто что почем, туда-сюда. Интересно, кого выдвинут? Ну, точно не меня. С кем можно улучшить отношения? А я проголосую за него. Акрум. Ты кто вообще, Акрум? Ты осторожный. Ну, великодушный и тому подобное. Так, а ты кто? Тоже. Они все осторожны. Записывайте, да? Это вообще коварный, жесткий пес. Давай за Акрума. Проголосую за Акрума, ребят. Да, ну правда, этот меня возненавидел. Можно было, конечно, воздержаться, но ладно. На двух стульях, конечно, не усидишь. Так, кстати, вот у одного из наших лордов, ну, находящегося в нашем королевстве, ханстве, есть задание у Тулага. Привет, Тулаг. Тебя пригодилось это множество людей. Говорят, храбрые гибнут первые, все меньше и меньше. Семьи готовы отпускать своих сыновей. Что тебе нужно? Мне нужно больше рекрутов в гарнизон замка Узек. Поскольку дело требует моего присутствия в другом месте, возможно, я могу попросить вас найти 14 хузаитских охотников. А, вот они, пацаны. Ага. Хорошо. Может быть, отправим кого-нибудь? Вот этого отправим. Ну, вот так вот сделаем. Все, идите. Вперед. Пошел. Надеюсь, выполнишь задание. А мы пошли, наверное. А мы пошли, вступим в армию, да? Будем в армии. Так, куда мы идем? Осада замка Лавения. А ты? Тоже замка. Что-то... После последних обновлений я вижу, что две армии делают осады. Прям не одной армии, а туда, другая туда. Вместе делают две армии, две осады. Вот видите, да? Просто жесть. Просто жесть. Ну ладно. У нас новая война, нам объявляют войну. Объявляют, да, Южная империя. Наконец-то. Ну, походу, мы сейчас этот замок заберем. И после этого, наверное, будем объявлять перемирие с Асирайским султанатом. Забрали город, сейчас заберем замок. Классно, вообще обалденно. Погнали. Я не буду возглавлять никакой отряд. Просто буду помогать. Хотя можно было, конечно, возглавить отряд. Там тактика вроде бы должна улучшаться, да? Мы опять замечаем, что наши союзники вообще не оборудовали ничего. Только лестницы. Все, даже таран не сделали вроде бы. Вроде бы так, да. Замок Акрум, или как называется? В общем, неважно, замок. Имперский замок. А, нет, смотрите, вот она штука. А, не-не-не-не, это не та штука, я думаю. Опа, книжка. Прикольно. Боевые искусства. Имперский. Книга боевых искусств, ребят. Читаем и наслаждаемся. А что, классно, кстати, сделали. Там есть кто-нибудь? Да, есть там, смотрите. Только мы как-то... Здрасте. Да уйди ты. Ёпта, меня там толкают. Да ёпта твою мать. Не попадаю ни по кому. Пацаны, дайте пройти. Это кто? Это наш! Как ты там оказался, бро? Бро, как ты там оказался? Нифига себе. Жестко. Как он там оказался? Давай его чпокнем. Да ладно, не надо. Пошла битва. Да, это все победа, в принципе. Чикалдык. Сняли его. Чикалдык. Ну. Все. Суран даже там умудрился кого-то чпок.
Ой. Не могу взорваться. Почему они не добавили анимацию вот так вот, типа? О, добавили. Ну, нету. Нет. Слушай, ну классно, стена очень высокая. Очень высокая стена, ребят. Прям невероятно высокая. Смотрите, как мы карабкаемся. Могли бы прыжком, кажется, пробежать. Быстрее будет. Да, этот рубеж пробит. Ну да, вот прям чувствуется имперское величие, вот это все. Но наши степные бойцы имперцев просто на одном месте мотали просто. Я твой Римас видео мотал. Жестко. Че там, кто там, кого там и... Ай, давай пошел. О, здесь можно умыться. Смотри, даже акведуки, скорее всего, здесь есть, да? Раз уж вода отсюда идет, по-любому. Прикольно. Ну, правда, акведуки это в античные времена даже были, а тут средневековье, типа. Ну чё? Долго? Слушай, прикольный замок. Вот мне бы его дали. Правда, он далеко от моего города. Ну, от моего первого замка. Между ними ходить, колесить тоже так себе неудобно. Лагерь. Боевой. Ну и чё? Слушай, там где-то битва идет. А я сгорю, интересно, если буду стоять. Не горю. Хотелось бы, Даша, в Mountain Blade все вот эти вот с мелочами тоже бы поработали получше. Статуя, смотрите, какая коняшка классная. Пикалдык. Ошалеть. Пехота, штурм стен. О, давайте штурм уйти. Да там кто-то остался один. А вот. И, видать, застрял обычно в текстурах и все такое. 0.6 известности мы получаем. Курлык, 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 курлык. Вот эти два имперских ополчения можем, в принципе, отдать в гарнизон. Ну, давайте, зайти в поселение. Ну, давайте посмотрим внутри, кстати, как происходит. О, классно. Слушай, классный замок. Месуй, привет. Манал, сколько ли зим. Я не забуду. Замок Лавения. Тяжелый был бой, но славно. Говорят, тебе пригодилась бы помощь. Мы собираемся пойти в военный поход, но мой... Ты нам сказал, что у нас запасов не хватает. Я могу послать за ними одного из своих лордов, но мне необходимо, чтобы кто-нибудь привез нам большой груз припасов как можно быстрее. Возьметесь? Нам нужно 205 мешков зерна и все такое. 250 мешков зерна, привезти 20 животных и 21 вино в бочках. Слушай, ну давай возьмем. Придется, конечно, мне самому этим заниматься. Ну ладно, для сельской местности сойдет. Я хотел передать. Ладно, покинем этот. О, Данусик пытаются забрать. Данусик хотят забрать, ребят. Так, ты кто? О, давай за тебя проголосуй. Надеюсь, ты теперь меня полюбил. Да, он полюбил меня, хорошо. Хорошо, отношения, все. Прекрасно, улучшились отношения. Поехали. А чего мы так медленно передвигаемся? Ну, поехали, лучше вот так вот сделаем. Вступили в армию. Короче, зерно нам надо, да? Зерно есть. Домашний скот не обязательно, ну, возьмем. И вино не обязательно возьмем. Хорошо. Это типа дополнительно. Так, куда идем? Так, эти пошли защищать Данустику. А мы пошли осаду замка. Ладно, давай этих чпокнем. Я тут даже разыгрывать автобой буду. Слушай, а может быть этот? Инициировать голосование? Да, о, кстати, они читают мои мысли. Они смотрят. Да, давай, все. Ой, ёптуть. Да, вот так. Чекалдык. Превосходно. Мы даже улучшили отношения с этим чуваком тоже. Все, покидаем армию, уйдем в Данустику. А то мы воюем на два фронта. Ну как, на два, да, на два фронта, да. Пойдем в Данустику. Скорее всего, в Данустике еды не будет, скорее всего. А чем мы встали? Поехали. 66 бойцов. Надо будет резко, прям жестко, резко закончить это задание. 12 дней. Блин, 12 дней. Хреново. 12 дней, ребят, такое себе. Что у нас, рогатого скота нет, да, никакого? А вино есть у нас, вино? Братва, вино, посуду покупаем. Посуда здесь дешманская, вот пиво здесь есть даже. А вина нет, рыба зато есть дешманская. Хорошечно. Да и по баблу у нас вроде бы нормально. Бархат-шмархат обязательно. Овцы-шмовцы, корову-шмарову. Давай корову возьмем. Стадо жесткое, да. А воинов мы можем нанять? Нет, не можем. Автовернее можем? Кого-нибудь? Нет, не можем тоже. Ладно, поехали. Так, что мы имеем? А, вино осталось, да? Где-то у нас был... А, в Анире, кажется.
подожди, туда все. Не, вино там, где есть виноград, понятно, да? Виноград во всем вот в этих местах. Ну, поехали в Аниру, может быть, торговцы туда привезли вино. Всякое может быть, да, кстати. Почему бы и нет, может. У нас 12 дней, даю знать, где нахожусь. Давай вот здесь вот возьмем несколько бойцов тоже. Один. Понял. Очень много бойцов. В деревне требуются инструменты. Слушай, а у нас инструменты есть? Ну, по ходу дела, да, как вы заметили, я еще делаю разные задания. Не, у нас, к сожалению, инструментов нет, зато есть коровы. Это очень важно. Куларн завершает очередное задание, и он получает разведку. Да, ночную разведку обязательно мы делаем. Ну и пусть, наверное, продолжить изучать управление. Либо, ну, инженерное дело нам и ему это точно не нужно. Ну, тактику, управление. Ну, давай, да, пока управление. Наверное, из него сделаем такого нормального бойца. Нам, по идее, можно вообще создавать еще один отряд. Я пока этим не занимаюсь. Вообще, да, когда ты создаешь отряды, у тебя быстрее прокачивается твой клан. Это да. Но, с другой стороны, сейчас нам это не интересно, честно говоря. Так, инструменты. Я все нашел, кроме вина. Если вино не найдем, пойдем так сдадим. Как бы, ну, все, что получилось, да. Там сколько вина надо? 21. Вот. Трудно, да, найти вино. Вино вообще-то, да, на западе. Там, ух, там его топтают жестко. Очень много топтают. Я твой вино топтал, да? Так, корову-шмарову можно вот так вот сделать. Чтобы избавиться от пива, кстати, можем продать. Я твое вино потоптал. Вино, вино, вино. К сожалению, вино. А, во, вижу вино. Три вина всего лишь. Блин, ну вы серьезно? Печально. Ты кто хочешь? Что-то... Ладно, не надо. Ладно, пойдемте так зайдем. Сейчас я не вижу смысла там как-то искать вино. Блин, сейчас вообще жестко. Вот здесь она находится. Наш красавец, которому мы должны сдать миссию. Замок Адриса. Может быть, даже поможем. При захвате. Штурма вроде бы нет. Ну, сколько лет, сколько зим. Туда-сюда, что касается это. Да, вы и просили зерно и животные доставлены. Все, что ли? Мы завершили миссию? Да. Да, завершили миссию. Итак, вашим людям пора в путь туда-сюда. Обучить воинов для... Ну, это у нас, получается, Абагай пошла обучать. Ну, а теперь давай вступим в армию. Ай-яй-яй-яй-яй, Абагай, ты что? Абагай не смогла сделать? Подожди, Абагай, да, у нас обучала воинов? Да, Абагай обучала воинов, она у нас вообще без хп осталась, видать, ее ранили. Хорошо, что ее не убили, она мне еще наследников не принесла. 20% шанс, 11% был шанс, кстати, но, к сожалению, не получилось это сделать. Ладно, печаль, беда, печаль, беда. Ошалеть, ошалеть. Пошла мазута, поехали. Ну, надеюсь, этот замок вы нам дадите. Кстати, у меня есть мысля одна такая, знаете. Давайте лучников будем командовать лучниками. Есть одна мысля, что не пытаться помогать в самом начале захватывать все эти замки. Потому что они нам их не дают. Вот, может быть, сначала улучшат отношения, потом помогать всем. Как вам такая идея, ребята? Напишите в комментариях. Что-то у нас сегодня осад очень много. Это, кстати, радует. Чекилдык, чекилдык. Ночная осада, как вы все любите. Рыба с ночью не снимай. Там я вижу чувака. Кстати, мы можем здесь встать и помансить потихонечку. Ай, летит плюха. Нет, там никого нет. Идем назад. Ой-ой-ой-ой, по мне стреляют, кажется. Они еще, походу, места не заняли. Да, во-во-во. Только-только начинают места занимать. Вижу чувака. Херачу у него. Манал, схватка в рассыпную. Ну, ладно. Ну, да, у нас и так рассыпная. Все нормально. Все под... Сука, под контролем. Попадем, нет, в атаку. Ай, попали идущую баталь. Вот в этого надо сейчас стрелять. И килдык. Ай, ну что, нажал? Ты посмотри, в руку попали. Я прям увидел. А, в ногу попали. И килдык. Выше чуть-чуть, Римас. Выше. Ай, люблю. Сбежал сразу. Козлина. Пошли. Выше. Пошли. Выше идущий мотал. Не, никого нет. Схватка в рассыпную. Да-да-да. У нас автоматически мисуй. Все нормально. Ничего, что такая мисуй, кстати. Ошаленная просто. Прям такая брутальная. Ай, люблю. Так, давай, братан, чуть-чуть левее возьми. Вот так. Он, сука, ушел. Так, вот этот.
А его сняли. Блин, а мы никого не убьем, да, сегодня, походу? Так, лестницы пошли. Пошла мазу. Ай, плюха летит, смотрите. Жестко. И... Но, в принципе, потерь не должно так много быть, конечно. Но имперская замка прикольная. Мисуи, кстати, нокнули. Только что нокнули ее. Ее только что нокнули. Вот этих вот товарищей надо убирать. Есть одного. Ну, по мне тоже попали жестко. Там с окошек, да, стреляет? Вот там, смотрите. Вот он, чувак. Здрасте. Ёпты. Здрасте, ёпты. Ёпты, здрасте. Еще раз. Время с ним отереть. И ой, как хорошо. Как хорошечно. Мантим, 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 мантим. Ух. Есть. Окошко. Мне вот те ножки так нравятся, прям обалденно. 42 размер. Вижу его, ребят. Разбили. Ой-ой-ой, он прям туда стреляет. Ошалеть. Поехали. Так, надо бы обойти слева. Слева-слева обходим. Мисуй, ты же нокнута, подожди. Ну да, ты нокнута. Ладно. Или другого нокнули, похожее имя. Да! Замок наш, 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 наш. Это замок или город? Это замок вроде. По идее, замок или город, я уже не помню. Нам все равно, нам дали задание, мы херачим, это наше. Ух. Вот это возьмем. Перекроем сразу им выход. А, подожди, там же замок, да. Слушай, похож на город. По идее. Нет, замок вроде. Схватка в расцепную. Да ладно, наши пацаны работают. Идите. Пошли. Где все пацаны? Это наши? Это наши. Да это город, ёптать. Похож на город. Красивые замки, конечно, у имперцев прям, ух. Ай, люблю. Мы, кстати, за имперцев никогда не играли, насколько я помню. Пошла мазута. Шатаем, шатаем. Уйди, не мешай. Ребят, вы мешаете. Да, я сказал, вы мешаете. Ошалеть. Ошалеть. О, на кайф фоторежим сейчас делаю. Минут. Вот это жесть. Вот это скриншот. Вот это скриншот. Ошалеть, я люблю этот скриншот. Сейчас вот так вот сделаем еще. Подожди. Еще. Не, темно. Рынок. О, рынок сделаем. Во, хорошечно. Что, вот так вот? Во. Я где-то там справа. Все, поехали. Я скриншот сделаю. Что мы сегодня изучили? Угу. 3 атлетики, 2 лука. У нас чуть не чпокнули.
Прям жестко. Абагай, кстати, почти ранена. Сагара тоже почти ранена. Ну, вообще, все почти ранены. Ну, как бы, нокнуты почти все. Хорошечно, хорошечно. Прекрасно прям. Замок наш. Да, это замок, это не город. Ну, прям как город, похож, честно говоря. Сейчас посмотрим, кого там выставят на голосование. Войти в поселение. Мисуй, ты что-то хочешь опять? Слушай, ну, давай. Подожди, что у нас там какие... Все, нет задания. Давай с ней пообщаемся. Поговорить. Манал, сколько лет, благодаря... Благодарю за то, что вы для меня сделали. Вы сдержали свое слово. В наши дни мало на кого можно положиться. Да, недавно поход забрали даже лошадей. Чем больше... О, тебе лошади нужны. Угу. Так, и что тебе нужно? Давай спутников отправим. И вверх Абагайка. Дней 5 дней до завершения. Отправим Абагайку. Пусть она занимается этими делами. Вернется в армию. Да. И ждем. Хорошечно. Итак, не, меня пока не выставляют здесь, не выдвигают вообще. Отношения. Так, Акрум. Я буду за Акрум голосовать. У меня 20 влияний есть. Ну, дали Гузуакан. Дали. Ладно. Акрум зато вроде бы мой друг стал. Это хорошо. Наша большая величественная армия идет защищать замок Карения. Да, защита замка Карения. Ой, сейчас будет жесткая битва. Надо улучшить своих бойцов. Угу. Быстро мы улучшили, конечно. Опять ночная битва, как и все любите. Пошла мазута. Нас превосходит просто прям один к двум, ребята. Против них. Сейчас будет жесткая битва. Мы, скорее всего, будем возглавлять конную армию. Конницу я отправляю к себе, в свой фланг. Офигеть. Ну, мы их сейчас растоптаем. Имперцев этих грязных, прям грязные имперцы. Сейчас их будут шатать. За мной. Мы, наверное, на защиту воинов своих, да? Ну, где мои пацаны? Манал в атаку, понял? В атаку, мать вашу. Где мои отряды? Зайти с правого фланга. Зайдем с правого фланга. Наша. Защищайте правый фланг. Все, я стою правый фланг вот здесь вот. За мной, пацаны. Я не пойму, где мои пацаны. Вот они идут. Да, вот они идут. Хорошо. Угу. Их конных лучников мы, конечно, сбили. Это кто идет вообще? Это наш, нет? Наш. А ты че? Ты кто? Подожди, кто это? Узайский Дархан, понял. Кстати, Дарханы, хоть бы они, и не дальценойные, но они нормальные пацаны делают. Прям жестко. Прям выдерживают битвы и все такое. Я не понимаю, почему они за мной не идут? Иди ты сюда. Где мои бойцы? Почему я их... Я не пойму. Игру сломали, что ли? Они как будто автоматически херачат. Или вот они. Или я просто слишком быстро передвигаюсь. Да, это вот они. Вот. Они очень медленные. Я понял вас, понял. Ну да, у меня доспехов нет на лошади. Надо бы, конечно, купить. И купить. В атаку, понял. Пойдем сейчас на лучников. За мной, ребятишки, за мной. Как вы медленно двигаетесь, вы чё? В атаку. Минус арбалетчик. Вот этих надо шатать. Арбалетчик, шмарбалетчик, вот этот, лучники, шмучники. Соберись, ты чё? Сайпом. Так, всё. Есть. Блин, хороший меч. Ошалеть, просто шатает. Еще одноручно качает. Нашел, вот единственный, ёб твою мать, столб я нашел в поле. И прям в него и попал. И Римас только может так сделать. Больше никто. Так, за мной, бойцы. Ударит по вражескому кавалеру. Правая. Вот здесь, вот они.
Манал в атаку. Понял, атакую. Ой, ваш! Вот это же плюха! Жесткая, прям в лицо копьем. Я того родственник просто. Нажимаем F, чтобы ускорить. Вот это плюха. Ошалеть. Вот это жесть. Блин, это жестко. Курнык, курнык, курнык. Офигеть. Манчук, смотрите, наш предводитель с нами. Жесткий, резкий, как удар серпом по яйцам. Просто жесть. Манчук душу мотал. Ну, ничего, Манал в лицо получил жестко прям. Кстати, Тарос умирает на поле битвы. Тарос. У них минус один. Вот он, Тарос. Да, и вот эти все сейчас разберутся. Ну как, не разберутся сейчас по новой технике. Опа, тихо. Приятный вид вас, Манал. Понял, мне тоже очень приятно. Манчук, надеюсь, ты будешь добр ко мне. Надеюсь, ты оценишь мои старания по защите нашей империи, будущей великой степи. О, Сирония. Ну, давайте Сиронию шатнем. Да, в принципе, есть все предпосылки на то, чтобы шатнуть Сиронию. Итак, у нас есть обаяние. Мы вкачали обаяние Смутьян. Затраты влияния на вынесение государственных решений снижаются на 50%. Наем воинов из сельской знати повышается на 1. Поддержка предложений других людей тратит на 30% меньше влияния. Наем воинов из знати городской. Давай вот это вот. Мы же селяне. Да, как-то так. Нет, Сиронию мы не идем забирать. Осада замк. Джогурис. Слушай, ну с такими темпами мы тут нормально себя так будем чувствовать скоро. Вы посмотрите, а? Офигеть. Севин. Севина тут кто-то преследует. Да, замок Джогурис, ёптать. Джугурис. Ну что ж, ребят, это была очередная серия игры Mountain Blade 2 Bannerlord. Играйте в хорошечные только игры. Не забывайте, что есть ремасенок. Уик-уик-уик. Всем удачи, до скорых встреч. Увидимся с вами скоро. Всем спасибо. О, замок забирает. Походу, будем его защищать на следующий. Да. Или потеряем. Да, похуй.